Носил любви к женам, детям, это слово мама. Мама тот единственный человек, который может понять, а поняв, простить. Может достучаться до глубины сердца своего ребенка. Мама, мы несем и свои обиды, и свою радость, дай Бог, чтобы ее было в жизни. Первое слово, которое ребенок произносит, это слово мама. Ну вот сегодня мне хотелось бы, чтобы вы поняли, когда-то нужно не то, что разрывать пуповину, а нужно понимать, жизнь требует своего, у вас образовалась новая семья. И при всей любви к вашей маме, вы теперь единое целое. Да простят вас мамы, но вы должны поступать самостоятельно, при всей любви. Я поэтому хочу, чтобы сейчас каждый из вас пригласил свою маму на танец. Смотри, ты свою, Сережа, ты свою. Во время танца постарайтесь сказать мамам вот те самые нежные, самые волнующие слова, которые вы найдете в своем сердце в эту минуту. Пусть это будут слова благодарности мамам за все то, что, за то, что они сделали. И наверняка еще сделают для вас, потому что они всегда останутся мамой. И во время танца я попрошу вас поменяться партнершами, потому что я говорю Богу мамы. Она говорит, теперь у меня уже дочка и сын, дочка, вы одна семья. Любите друг друга. Друзья мои, я объявляю танец с мамой.